Дальше ППШ. Но ППШ уже чуть более поздний, 42-го года, вот он. Он 42-го года, это 36-го года, это 40-х годов, не могу точно знать, сказать, даты нету, не сохранилось. 42-го года он, на начало войны он отличался, здесь мушка была не закрытого типа, она была открыта, прицельная планка чуть другая была, здесь вот такого плана стояла она, отличие было. И с 43-го года он начал комплектоваться еще рожком вместо барабана. А что удобнее вообще? Ну, как сказать, немножечко вот этот он был неудобнее, был надежнее. Здесь было больше запас. Здесь 72 патрона, здесь 30 патронов. Здесь бы комплект был больше, но вот эти чаще давали они удар в мятинках где-то, они клинили. Поэтому не очень надежные были. Эти были более надежные. Так. Это удаляется. Это пристегивается. Взводится. Это переключатель. Одиночный огонь или автоматический? Вот так автоматический, так одиночный огонь. Это предохранитель на нем. Вот он пазик специальный. Вставляется. Все, затвор не действует. А, и вот так вот снять, да, с предохранителя? Да, это он в таком положении его можно поставить. Можно в взведенном положении его также поставить на предохранитель. И тогда как стрелять сразу? То есть снимать предохранитель, и он уже заряжен. Все. Ага. Разборка его очень простая. Ого! Вот он есть. Лихо. Раз, вытаскивается. Все очень простое. Почему я и говорил, что ППШ он просто очень простой. Тут нету сложных деталей, все изготавливалось очень легко и просто. Сюда его, он еще проще. Сюда, да, он проще был, и там было на нем... Этот был слишком скорострельный, он до 1000 выстрелов в минуту делал. Боекомплект очень сильно расходовался. Он сделал, увеличил длину затворной коробки. Вот этой. Она дольше ходила? Да, она дольше ходила. И скорострельность снизилась до 600 выстрелов. За счет этого. Но сюда его считается самый лучший, да, пистолет пулемет ну, войны. Ну, да, но единственное, что он вышел очень поздно. Mm-hmm. Он наконец войны вышел. Так, сжимается снизу кнопочка одной, одним пальцем, отодвигается. Открывается, здесь взводится пружина, в зависимости от сколько тебе патронов надо, можно чуть-чуть, можно больше, можно на всю, устанавливаются патроны, опять же снизу нажимается это, ослабляется пружина, и куда тебе надо ее заводишь, все.